Хорошо, hello guys. Сегодня мы будем, получается, выбивать эти ваши свободные нейтроны из атомов урана и плутона. Проще говоря, ядерно будем бабахать. Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Все, погнали. Замба стоит балдежно, мне нравится. Другаля просто не знает. Кое-что об этой игре. Это пиздец. Вот. Тут мужчина на пантере о чем-то должен задуматься. Но это не точно. Если еще одно очко капнет, мне нужно сделать 2 килла. Еще один кильчик. Вот он. Теперь бы успеть. Только не ваншоти мне пилота, я тебя умоляю. Да, действительно, остановился только очков, смотрите, на нуле. Катка не закончилась, я сбросил бомбу. Что происходит? Кошмар какой. Жесть, я такого никогда не видел. Ля, это, по-моему, лучший ядерный удар, который был в War Thunder ever. Так, надо поменять нацию. Поменять нацию, поехали на... Парше можно начать. Как бы... Смелый, отчаянный. Нет, все, изи ядерка. Лол. Я остался от лица самолета. Это не отдельная камера. Что, они поломали ядерку, походу, вообще? Чувачок думает, что он бессмертен, если на джамбо. Но КВК-43 так не считает. Но он не вылезет. Правда же? А вот пикселек башни торчит. Еще чуть-чуть пиксель покажи. Хватит мне. Доработать все. Нежелательно, конечно. Чел, тебя сейчас сдует ядерной войной, ты понимаешь? Ядерной волной, наверное, не войной, но... Ну, короче, сдует anyway. А мне, кстати, здесь может убить еще. Все, бомба пошла, может даже и не убьет. Сейчас просто взорвется, как... Нет, все, сейчас перехватило. Скрипт сработал, а тогда нет. На Карелии. Боюсь справа. А вот ЛТ, 2 ЛТ, ух, как плохо. Вдохни. Следующий. О, не пробивает. Так, сзади. Ну тут дымы, пускай. Не выезжай, я сейчас там заберу другие. Постой тут, постой, не выезжай. Постой, 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 постой. Ты нужен мне. Нет, успею до окончания полета бомбы. Закончатся очки, но видите, ядерка не прерывается. Да, новая механика ядерного сброса. Ну это плюс, это по плюс. Одобряю. Должен успеть. Вот сейчас очки закончатся или нет? Вот это я хотел проверить. Вот сейчас, походу, я не успею. Нет. Нет. Вот даже если ты нажал, то все равно катка продолжается. Поняли?
Так, кишка, надо ускориться. То сейчас она мне как хвост отстрелит. Я без хвоста. Но! Я сбросил бомбу. Ха-ха-ха! Миссия провалена, ПТВ. Все, ядерка считается. Ну, пора же. Чумба, ты совсем ебнутый. Сходи к мозгоправу, попей колесики. Не. Вот этих надо передушить всех. Вылетает мне на лицо. И умирает. Пытается меня закрутить. Ой, этот промазал, ой, дурачок. Чем мне так везет в этой катке? Ну, видимо, карма. Это называю развальщинка. Да, и все, теперь просто заканчиваются очки, и все ждут, пока я сброшу бомбу. Привет, Дмитрий, танкист-ядерщик или ядерный танкист? Какая разница? А, типа, нет, если танкист-ядерщик, то получается ты... Ты танкист, который делает ядерные взрывы. А если ядерный танкист, то ты танкист, который был производным ядерного взрыва, да? Так это выглядит. Если так, то, наверное, я ядерный... Я танкист-ядерщик тогда. В принципе, логично. Они реально ни хрена не разбираются. Свои выгоды в том, чтобы вы не знали. Типа, я не знаю, я не представляю почему. Да. Понял. Надо отдыхать. Зато в РБ куста дрожь. Вот это я гами плыви. Вот так надо War Thunder играть. Так, главное теперь не сдохнуть. А, можно сбросить. Ха-ха-ха! До свидания. Видите, от, как, на Карелии, да, я сбрасывал до этого? Да, на Карелии. То есть на Карелии можно. На Карелии можно сразу прям при спауне сбросить бомбу. На других картах надо летать. Хрен его знает, как это работает. Ладно, чатик. На этом, я думаю, все. Все, всем спасибо. Всем пока.